Ребята там крутят, пацана жестко. Придержитесь, коней. Так. Руки прочь от интернета, а я только хотел к интернету приложиться. Дайте хоть немножко интернету. Ребят, лайк. Капельку. Лайк, за что надо одним поставить? Глазком, за что надо лайк поставить? Дайте одним глазком хотя бы посмотреть на интернет. Ребят, сейчас одухотворенные лица будем снимать. Уважаемые граждане, митинг окончен. Просьба освободить проезжую часть для открытия движения автотранспорта. Просьба освободить проезжую часть. Уважаемые граждане, при следовании в метро и на городской наземный транспорт не нарушайте общественный порядок. Будьте взаимно вежливы. Митинг закончился. Просим вас разойтись, соблюдая общественный порядок. Будьте внимательны. Не выходите на проезжую часть дороги. По проезжей части восстанавливается движение автомобильного транспорта. Сюда продвинь. Сюда продвинь, да. Сейчас. Лево принять. Уважаемый транспорт. Там активнее, тут не активнее. Иван Климов. Привет. Время, предусмотренное для проведения митинга, закончено. Вас покинуть для проведения митинга и разойтись. Преследование в метро и на городской наземный транспорт. Вовик, это они тебя так? Нет. Это я их так. Они же все без интернета. Уважаемые граждане, преследование в метро и на городской наземный транспорт не нарушайте общественный порядок. Будьте взаимно вежливы. Уважаемые граждане, время, предусмотренное для проведения митинга, закончилось. Просим вас разойтись, соблюдая общественный порядок. Будьте внимательны. Опять что? Ребят, смотрите. Уважаемые граждане, время, предусмотренное для проведения митинга, закончилось. Уважаемые граждане, просим вас освободить место проведения митинга и разойтись. Не нарушайте общественный порядок. На каком основании не нарушайте общественный порядок. Будьте стоять на месте. Уважаемые граждане, мероприятие закончилось. Просим освобождать проезжую часть. Я не понял, да, почему на тротуаре-то они вообще это самое щемит типа. Уважаемые граждане, митинг закончился. Просим вас разойти, соблюдая общественный порядок. Надо как фашисты. С собаками, пленно. Уважаемые граждане, митинг закончен. Просьба освободить проезжую часть для открытия движения автотранспорта. Да мы работаем, вы работаете. На тротуаре-то чем? Уважаемые, проходим. Пожалуйста, пройдите. На тротуаре почему нельзя стоять? Пройдите, пожалуйста. Я хочу здесь на тротуаре. Пожалуйста, пройдите, пожалуйста. Пройдите, пожалуйста. Пройдите. Не беси меня. На тротуаре стоим. Исполняем свой журналистский долг, между прочим. Между прочим. У них, у нас такой же долг, как у них, между прочим. Только мы нормально по закону все, да? Да.
Ребята, там крутят, пацана жестко. Полицай прям. Че, главное? Ты видишь, да? Я нет. Ну все, вроде все закончилось тут. Вроде как. Все 19-3. А, или 3-19-3. Пушка. А меня просто в спину ткнули. А потом в глаз. Чем тебе ткнулись? У меня что-нибудь, можешь, есть там под глазом, нет? Да, что-то есть под глазом, слушай, вот. Смотри, какая вот там толпа мышек серых, серых мышек. Я Николай, что у вас тут происходит? Задержание, людей задерживали просто так, просто им не понравилось. Какие-то галтелые полицейские, вот особая группа. Там стоят, они еще очень так радуются, говорят, а как я этого, а как я этого. Им отсекать, отсекать, короче. И вот, им, знаешь, так, как это, из будки голодных собак выпускали, у меня такое же ощущение сложилось. Вот, некоторые сотрудники полиции бежали, прям действительно мяли людей, так задерживали, пинали. И говорят, что происходит, где вы? Уважаемые граждане, митинг закончился. Просим вас разойтись, соблюдая общественный порядок. А теперь разойтись. Будьте внимательны. Не выходите на проезжую часть дороги. По проезжей части восстанавливается движение автотранспорта. Ну, во-первых, никакого требования не было. Просьба только разойтись, покинуть проезжую часть, для восстановить движение автотранспорта. Тут огромные широкие тротуары. Мать вашу, да. Мы на тротуаре людей задерживали. Непонятно за что. Слишком медленно шли, мать вашу. Ну что это за нафиг? А может быть, это битва за квартиру, мол? А, вполне возможно. Ведь хороший тренд задали, выдавая квартирки, там вдруг эмаль сколется, боль физическая. Я думаю, скорее всего, это битва за квартиру происходит. Я на тупоре. Так, все мои правила. Да, это образ. С интернет-блогером ты сейчас бороться. Пустите детей, это ваших интересов. За что вы их? Вы при мне это все было. У меня нет детей. Да, да, и не будет, значит, если вы такой будете. Если вы будете, моей женой, то... А Бог не Бог не даст, я домой пойду. Я вам говорю, я вам не даст. Андрей, что? Не трави.